Здравствуйте, дорогие наши студенты! Скоро приближается День влюбленных, День Святого Валентина. И мы сегодня с вами в Центре современного искусства «Аурум» и по всей планете, где вы подключены к нам, мы начинаем писать маленький прекрасный натюрмортик, посвященный двум влюбленным, которые пьют чай и с лимоном и разговаривают о своих нежных чувствах. Вот эти нежные чувства, которые присущи только человеческим существам, хотя и любовь животных мы тоже знаем, да, вот когда голуби, да, там еще вот другие животные привязаны друг к другу, но у них инстинкт размножения, а у нас с вами получается духовный взлет. И вот кто-то когда-то был влюблен, поднимите руки, да, вот так, и вспомните вот это свое состояние, оно никуда не исчезает, оно превращается, допустим, уже объект где-то уже в другом месте, а это чувство превращается в творческий потенциал. Обязательно человек, который когда-то был влюблен, он обязательно будет что-то красивое делать в своей жизни, он обязательно будет писать картины, сочинять музыку, писать стихи. Великий Микеланджело Буонаротти постоянно себя заставлял быть в этом состоянии, специально вот находил объекты, в кого бы влюбиться, писал им стихи, писал им письма. Есть очень прекрасные письма о любви Микеланджело, почитайте. Там он в слоге стихотворном и в таком, и в белых стихах мог рассказать о тончайших вот этих человеческих чувствах, которые и делают человека счастливым.